В Астане прошло четвертое заседание Международного совета при Верховном суде. Участники обсудили вопросы расширения полномочий казахстанских следственных судей. В повестку дня был включен вопрос международного опыта применения прецедентного права и его внедрения в законодательство. Кроме того, прозвучало предложение предоставить возможности судьям участвовать в разбирательствах МФЦА и создать научно-исследовательский центр Академии правосудия. Ее ректор Тулеш Каудыров считает, что эффективная правовая система повысит производительность труда. Мы имеем возможность комбинировать и найти наиболее удобную для себя правовую систему. Какая это должна быть система правовая? Она должна прежде всего гарантировать предпринимателям, экономическому блоку быстрое, качественное и справедливое разрешение споров, которые возникают в ходе ведения бизнеса.